Трудный путь, опасный, как военная тропа. Январь 1967 года. Первая киносъемка концертного выступления Владимира Высоцкого. Я лирических песен не пою. Дело в том, что мы давно хотим сделать программу вот из моих песен, еще несколько человек. Но пока почему-то этого не получается, потому что, видимо, люди, хотя их не смущают и тексты, и как это делается, но почему-то они все-таки ставят, что все-таки вот профессионалы, это все-таки лучше, потому что надежнее, все-таки это профессионалы. И, конечно, все наши песни, вот которые мы поем, ну так самодеятельные, они все-таки в основном играются. Во всех же песнях эстрадных, которые поют, в большинстве, я не хочу хаять, огульно охаивать все, но дело в том, что в тех песнях, когда слушаешь, не воспринимаешь абсолютно текст. Ну, например, эта песня «Я случайно забежал за поворот». Это же просто кошмар. Хотя у нее хорошая мелодия. Там «На тебе сошелся клином белый свет» повторяется 5 раз, а потом мелькнул за поворотом какой-то след, поется, и два автора текста. Песня «Порвали парус». Некоторые мои друзья считают, что эта песня абстрактная. Но я в нее вкладывал вполне конкретное содержание. Вот и знал, про что пишу. И я просто уверен, что вы все поймете, о чем эта песня. А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов, уже надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюсь, 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 даже в дозоре можешь не встретить врага, это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета тем, кто поет во сне, все части света могут гореть в огне, все континенты могут лежать на дне, только все это не по мне. Но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. В течение многих